have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Мы только что скачали нашему бычаре второй уровень владения тяжелым оружием, что не может не радовать. Так, тут у нас вроде ничего нет, надо вылезти подышать. А то мы сейчас начнем задыхаться, а я задыхаться не хочу. Стрелы! Чуть не пропустил. Ну, просто я сюда как бы даже не заглянул, а жаль, наверное. Так, это 4. Все равно вес у него, с весом проблемы. Камушки, наверное, отдадим пока что магу. И тебе покушать бы еще надо, да? Дружище. Что-то ты у нас голодаешь. О, а голодают у нас, кстати, все, если что. Почти что, да. Маг нормально и бык нормально. Хорошо, значит, делаем вот так. Сохраняемся и... валим дальше. По сути, мы можем отсюда выйти только одним способом. Вот сюда. Почему? Потому что здесь просто ступеньки. Я сюда пошел подышать. Не знаю, кнопку эту нажал, что она делает, без понятия. Надеюсь, не на время. Очень сильно надеюсь. Тут тоже ступенечки. Отлично. А, вот мы вышли. Ого, я понял, куда мы вышли. Что эта кнопка делала, я не знаю. Если это было на время, то, наверное, она уже закончилась. А, просто вот так можно было уйти? Это, кстати, логично. Что-то я совсем... Ну, то есть, я взял ключик, пошел, походил по каким-то тайным местам и такой, а, ну, ок. А где ты вообще... Где вообще был? Где я вообще был? Ну-ка, уровень ниже. А, вот оно. А там был еще один проход. Погодите, я его пропустил. Не-не-не-не-не, это надо вернуться. Там же что-то важное могло быть. Погодите, ребят, я же все равно уже всех убил. Мне там нефиг делать, поэтому я схожу. Мне интересно. Так, тут можно спуститься. Да, точно, это был на уровень ниже, потому что мне же приходилось спускаться. Точно, точно, точно. Сейчас подышим. Так. Сюда, сюда. Вот эта фигня открылась. А! Это секрет. Да. Так, хорошо. Очередные стрелы, которые мне перевесят. Не, не перевесят. Щит. Выглядит интересно. Жемчужный. Энергия 25. Фига себе. И уклонение 5. Уклонение 6, между прочим. Ну, знаешь... Энергия 15. Ну, то есть, это щит для мага. Уклонение 5 и энергия 25. Тут уклонение 15. Особая атака, расход энергии. Свет. Свет — это особая атака? Погодите, ребят, я вот так вот сделаю. Ну, то есть 289. Погодите. 10, ну, на 10 больше. Как ни крути. Еще и защиту дает хорошую. О, еще и бомбочки. Какие? Как меня не перевесило до сих пор? А кто знает. Вот что это было. Все, теперь мы знаем. Я думаю, я смогу дойти до конца. Нет!
Я уже думал, а почему у меня энергия не тратится? А нет, она все-таки тратится, но потихонечку. И еще. Тут штаны есть, которые я в прошлый раз не заметил. Фига себе. А, что за штаны? Воровские. Защита и ловкость. Дружище, это прям для тебя. Тебе тут эти с легкой брони штаны мы скинем. Вот это я невнимательный. Не, ну хорошо, что вернулся. Дадим тебе хорошие воровские штанцы. И вот это вот мы вырубаем. Теперь мы наконец-то идем обратно с ключиком. Так его через так. Я офигеть как довольна шмотками, которые мы нашли. Если уж на то пошло. Хорошо. Ключиков, блин, не туда. Ключиков у нас вроде как было там нужно то ли 2, то ли 3. Сейчас мы вернемся и узнаем. Вот это вот место меня до сих пор настораживает. Я не знаю, что да как. Оп-оп. Подрубим еще раз свет. Вроде как, не знаю, недостаток света. Он светит на, там, на полторы клеточки вперед себя. И как-то аж прям хотелось бы больше. Вот. У нас тут место... Да, побережье, место завалено. Теперь... А, это место просто закрыто. Здесь есть рычаг, шлем, ключ. Здесь есть ключ, рычаг и что-то. Погодите. Фишка в том, что, по-моему, еще и там дальше нам нужен был ключ, или мне кажется. Ладно, сюда. Работаем. Что мы получим? Мы получим метательные ножи. А, нам в любом случае два нужно, да? Я тогда хочу пойти кое-что проверить. Хочу пойти и проверить. А в частности... Я же не туда пошел. Черт, не туда. Тут очень трудно ориентироваться, если что. Так, это я снял факел. Вот сюда вот хочу пойти. Вот у нас... А, тут не ключ. Офигеть! Ладно, я понял. Ключ нам все равно придется там использовать. Я ошибся немножечко. Так. Вот так это делается. Так, дротики. Черт, это ловушка! Как я и подозревал... На вот этого чувака надо очень быстро слить. Блин. Нет. Так, 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 так. Да ладно! Да что ты делаешь-то? И вот так. Нафиг. Где у нас там кристалл? Кристалл вроде неподалеку был. Да, это ловушка, в которую я еще и попался. И еще еле выбрался. Фух. Все, теперь можно спокойно подойти, открыть эту дверку и по одному их выдуривать. Иди сюда, фаерболами будем пуляться. Страшно? Хорошо, теперь нам сюда.
Так, вроде никого не заразили. Уже хорошо. Вон там. Как ты промазал? Ох! 185 неплохо было. Быстро я его слил. Ну, за счет того, что... Загорись? Нет, блин. За счет того, что я попал в него двумя... Эх, черт. Двумя фаерболами попал. Загорелся? Ха-ха! Гори, тварь. Я пока отдохну. Есть. Хочу ли я противоядие на него тратить? Погодите, а у меня зелье защиты, целебные, зелье ярости. А я не противоядие разве склепал где-то? Оно у меня было. Скорости. Очень странно. Ну хорошо. Вроде пока мне не мешает. Ах ты ж. Я потом, если что, к кристаллу схожу, отличу абсолютно все, что, чем они меня тут поназаражали. Поэтому, ух, на 167, это, кстати, было красиво сейчас. Блин, у меня персонажи драться начали. Крутяк. Не ожидал. Так, говно ходячий, идите сюда. Ну лезь уже. Выстрелил и проголодался. Вот, видите, она тоже заболела. Вообще все хорошо. По крайней мере, они сейчас почти что не мажут. Что приятно. Так, ты у нас... Дайте человеку поесть. Черепашатинки немножечко. Вот, вот это, вот центральный фрагмент открылся. По крайней мере, перестали мазать настолько критично, как в начале игры, когда я играл. Во-вторых, крики появились. Вот и чертов второй ключ. Может, мы сюда уже даже и возвращаться не будем. Сейчас в таком составе все пройдем. Вам, чтобы не сдох никто. Камушки у вас. Не хочу камень. Хотя ладно, черт с ним, с камнем. Камень я потом подберу. Это не проблема. Все, у нас есть два ключа. Мы можем переться дальше. Как бы это ни было парадоксально. Ну, кстати, по XP. Почти. Так. На. На. Тут еще долго, тут долго. Короче, да, у нас сначала получает боец и маг, потом минотавр и вор. Вот эту книжечку я держу, потому что 36 тысяч, там было 22, 28, 36. Каждый раз уровень, естественно, дорожает и дорожает, поэтому книжечку я придержу или на экстренный случай, или уже под конец прохождения. А там что? Погодите, я сюда не ходил? А почему? Я забыл про это место. Хм. Ладно, в любом случае можем валить отсюда. У нас есть два ключа, пойдемте вылечимся, откроем вот эти две двери, класснем два рычага. Никого нового тут не появилось?
вроде нет. И так. Вылечились. Супер. Данжик довольно непростой. Сколько мы по нему уже? Третью серию лазим. Но он прям напряжный. Что за шлемофон? Так, погоди. Тяжелый? Легкий. Легкий, защита 4, сила 4. Защита 4, уклонение 2. Защита 12. Вот тупо 12. А, это у нас тяжелый щит. Полный шлем. Ну, короче, мы тут идем в фул этого, фул танка. А ты у нас легкая броня. Медвежий череп. Сила 4. Что у нас по силе? Погоди, у тебя силы 16, 34, 9 и 11. Ну, тебе как танку, да, это не помешает, наверное... Сделаю вот так. Не буду выкидывать. Этот сет очень красивый. Может, я потом кого-то в него переодену. Ну, пока что оставим так. Так, и эти метательные ножички. У кого они там? Я их все выкинул уже. Не помню. Они, честно говоря, отвратительного качества. И поэтому... Я не сильно заморачиваюсь. Так, ко мне у нас два осталось. Надо будет где-то ко мне потом на улице пособирать, когда выберемся. А, я же не дернул, да? Я молодец. Я не это ожидал, если что. Там сбоку еще, надо скорее этих валить. Надо скорее их валить, говорю. Да что вы бронированные такие? Надо было уходить вообще вон туда, я понял. Ладно. Дергаем еще раз. Загорелись? Успеваю выстрелить, если че. Молодцы, ребят. Приходят, отгребают, уходят. Так, ваша очередь. Эти крепкие, если че. Я думал, что я быстренько сейчас завалю, запрусь туда, и они ничего не сделают. Но, блин, сделают. В очереди стоят, ждут. Так, выстрели ты. Ну, так-то оно, конечно, попроще. Валим. Да, повалил. Спим. Они нас догонят, не догонят. Не догонят. Ну, по крайней мере, здесь рядом с кристаллом драться не страшно. Во-вторых, они уже и так полукрупы. А я еще и отдохнул. Да давай уже, сдохни. Три? А где еще два? Еще два. Хорошо, тут валяются всякие шмотки. Надо посмотреть, откуда стрелки вылезли. Может, там что-то... Стрелы. Кнопки, например. Нет, понятно. Тоже ничего вроде не происходит. Ну, и эту штуку мы забираем.
Первое. И тут открылось, отлично. Это получается первое из четырех. Руины Дезаруна. Ну, пойдемте. Локация такая... А, вот и второй этаж. Вот это была часть второго этажа, вот это часть второго этажа. Ого. Простые такие. Так, ладно, архивы. Ну, круто. Лаз на поверхность. Понял. Хлеб тоже понял. Стомические прибрежья, спуск в канализацию. Если я правильно понимаю, вот стены, на которых есть таблички и всякое такое, на них кнопки быть не может. Поэтому мы просто... Я сейчас нажму, вот где-то что-то закроется, да? Ясно. Ну, хорошо. Я же просто нож оставлю. Ну... Мне все равно, в принципе... Давайте сохранимся. Понял, где я. Поехали обратно. Это у нас архивы. В архивы нам, наверное, позже. Я думаю, что вот сюда можно зайти. Да. Тут нам кристалл сразу дают. Вот эти вот звуки мне уже не нравятся. В прошлый раз вот этот пробег, он был отвратительным. Восточный выход из канализации. Выход. Из канализации. Стандическое прибрежье. Восточный вход. Ну, тут черепахи, это не выглядит сложно. Ну, тут это просто мясо. Можно у них даже яйца поотжимать. Блин, это прозвучало сейчас плохо, да? Я сначала сказал, потом подумал. Такое иногда бывает. С вами что же такое иногда бывает? Вот такие сначала говорить, а потом... А уже поздно. Пока. Блин, это просто огромная новая лока. Подождите. Ну, нам тут дают просто мясом запастись или что? Потому что черепахи, ну, как враги, они... Вот эти чуваки посложнее, согласен. Они еще и раны наносят. Двоих мне покалечил, да? Черепаху. Черепаху я убью. На черепаху мне хватит сил. Да не то. Мясо. Травка, спасибо. Я, наверное, не буду тут пока что много... О, стой, тут можно выкоп... Я не могу лопатой пользоваться. Этих яиц просто море. Вход в канализацию. Давайте, нет, я пока что сюда не пойду. У нас слишком много мест. Кстати, а вот эта свиточка-то я не заметил. Ты у нас кто? Это сюда. Это сюда. А ты у нас... Рецепт. Осторожно! Смешение черного с черным ха с элементом одной из синих может вызвать серьезную реакцию.
А, взрывную реакцию, серьезно, блин. Почерк, спасибо. Черный мох и синий элемент. Может вызвать... Понял. Блин, место просто огромное, если что. Знаете, в чем прикол? Это тоже новая локация. И по-хорошему, нам бы в архивы. Че это? Заберу. По-хорошему, нам бы в архивы, потому что архивы это еще предыдущая локация. Да. В принципе, это вся лока называется архивы, а это канализация. Хорошо, я понял. Затопленные подземелья, речные тоннели. А сверху это что за локации? Ливневый островок. Да, там был проход. Вот эту кнопку, кстати, мы так и... Ладно. Речные тоннели. Река Забвения. Ах, тут дофига просто. Хорошо, поехали по архивам. Надо поближе подъехать. Вот так вот. А ты куда? Минус... 3. Такие звуки за стеночкой. Так, сюрикены. Сюрикены мне в этом прохождении вроде как... Ой, блин, у меня от пуль перевес, серьезно? 227! Попользоваться ими, что ли? Так, у тебя все равно перевес. Тут еда... Так, вот эту штуку сюда положим. Еда. Еда. У меня свежее яйцо. Гранаты, камни. Так. У быка даже перевес наступил. Это просто прям вот зашипезно. Еда. 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 Ножик я, наверное, оставлю. Что еще могу оставить? Ну, просто столько факелов мне не надо. Я надеюсь. Я с собой таскаю целый, блин, просто ящик факелов. И что тут? Опа! Привет! Я подожду. Очень хорошенько растерялся, очень хорошенько отгреб. Перфект. Сгори. Все равно получил. О, один слился. Сто сорок четыре. Фига, я его киркой бью. Ух. Ладно, это опасные ребята, но с ними можно жить на самом деле.
Навыки. И так, может еще концентрации, кстати. Я не вижу в этом ничего плохого. Да, давайте. Хотел сказать, может тогда еще замастерим какую-то магию. Ну, то есть я могу еще стать мастером земли или что-то такое. Ну, пока что я, наверное, буду все-таки концентрацию вкидывать, потому что энергии лишней не бывает. Офигенно огромное место, если чё. Тут нужен серебряный ключ. Там... Нет! Я тут бутылку пропустил, вижу. Нельзя жадничать, нельзя делать по два удара. Предлагайте офигительный план. Ты сдохнешь. Годится? Спасибо. Я не думал, что ты так быстро согласишься. Ключик. Есть. Зелька. Есть. Что у нас там, кстати, по еде? Так, сюда, 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 и ты сюда. Нормально? Нормально. Такого быка теперь перегруз, да? Да, хорошо, я понял. Ключик, хавчик. Еду, кстати, тоже сюда всю. Факелы. Еще еда, еще еда, еще еда. Блин, у нас 100-500 мешков с едой. Значит, если мы откроем вот это, положим вот так, вот так, вот так. Я не жалуюсь на 100-500 мешков, если что. Если... Игра, ты меня слышишь? Я не жалуюсь на это. Все нормально. Нормально. Зельки. Зельки. Блин, мне надо от чего-то избавиться. 46, 48. Ты тогда вообще ходить не сможешь, да? Получается, у нас бык сильный, но ну, давайте оставим еще парочку факелов. У меня другая идея. Если мы факелы разложим и выкинем тяжелый ящик, и все равно перевес. Хорошо, пока что норм. Оставили себе сколько? 2 факела? Черт. А если... Да, давайте мы факелы распихаем по... О, у тебя сразу от одного же факела начинается перевес. Все, норм. Теперь уровень. Что я тебе буду качать? Я тебе буду качать, наверное, при этом обе руки налагаются. А, на 5 уровне можно качать, это... На 3 уровне ты сможешь носить легкое оружие в каждую из рук, но одно из этих оружий должно быть кинжалом. На 5 уровне можешь носить любое легкое оружие. Ну да, давайте мы все равно легкое качаем, идем в эту сторону. Надо будет потом еще точности.
Так, это мы получили ключ вот это говно открыть, если что. Но коридоры уходят дальше. Ха. Свиток. Камень. Меч. Так, кстати, меч. А, хорошо. Свиток, огненный шар. Щит, свиток, свет. Свиток. Блин, ну я все свои мечи пораскидал, да? Я молодец, я знаю. Так. Камень. Ну, камень у меня был. Меч. Камень. Свиток. Может... Ну, камень. Свиток. Что с мечом-то не так? Это сейчас было странно. Свиток и камень я здесь... Может, камень, кстати... Не знаю, в чем прикол. Ладно, вернемся сюда. Наверное. О, кристалл. Внезапно. Там там это свиток, посох, в смысле. Но если я упаду, я сюда уже не вернусь, да? А, я могу сюда пройти. Погоди, за тем посохом мне обязательно нужно сходить. Вон лестница. Чё? Спасибо. А, погодите, это еще один электрожезл. У меня такой есть. Громовержца. У меня такой есть. Это неинтересно. Я думал, там, блин, что-то сейчас будет. Меч длинный, между прочим, погодите. 8.24. 12.37, блин. Стойте, а это костяной, может мне железный нужен? Нет, ну серьезно. Нет! Ясно, понятно. Давайте поэкспериментируем. Может... Меч-то железный нужен. Где там эта фигня была? Свиток есть. Камень, ножницы, бумага. На, есть. Меч. Ну есть меч, ну вы чё, ребят? Длинный. 8.24. 9.27. Этот меч, кстати, даже слабее моего кинжала вот этого. Но я его здесь оставлю. Не, конечно, хорошо, что я пушку нашел, все дела, но... Можно как-то зеркально... Погодите, свиток. Есть. Камень прямо здесь. Меч прямо здесь. Вроде все логично. Не знаю, что от меня эта игра хотит. Хорошо. Погодите. Думал сохраниться кристаллом, потом, а зачем? У меня все здоровые. Не буду тратить кристалл сейчас. Мне бы вон тех типа животных... Камень! Спасибо! Меч я нашел, камень я нашел. Может, какой-то свиток... Определенные надо.
Погоди, это как называется? Свиток. То есть там так и написано, а это рецепт. То есть я же даже не рецепт положил, а именно что свиток. Камень отличается на полу, видите, здесь и здесь. К чему бы это? Там куча порталов. Кнопка какая-то. А, кноп... Понял. А, значит, погоди. Камушек. Все, я нажал. По идее, я портнул туда камушек, и оно нажато. Хорошо. Посмотрим, что и как мне это даст. Кнопка, вижу. Ёлки! Если я это переживу. Как ты меня убил? Я не уследил за здоровьем, черт. Прям страшненько. О, какой-то ключик хороший. Отмычечка. Дайте я теперь просто выберусь отсюда. Огненные бомбы. Да, я перегружен, да, я ранен и все дела. Дайте я теперь просто выберусь. Там кристалл был. Я могу, конечно, сейчас воскресить своего перца. Какие-то боты. Пока что забираем тупо все, да, с диким перегрузом, всяк такой, ходим. Потом разберемся. Главное, просто выйти сейчас отсюда. Так, тут энергетическое зелье на. Здоровье, блин. Где я вообще? Блин, вон же кристалл. Так, ладно. А, собственно, ключик-то отсюда, да, чтобы просто выйти отсюда. Куда я его запихал-то? Что? Кстати, цепочка. Куда я ключ положил? А, вот он. Комната с тремя мимиками. Факел? А зачем? Не, ну хорошо, я понимаю, что... Может быть, люди без мага где-то играют. Хотя я не знаю, как тут без мага, кстати, играть. А прикиньте, сделать себе конфигурацию группы без мага. Я что-то даже не задумывался об этом. Просто маг слишком крутой чел, чтобы без него ходить. Ну, по идее, кристалл недалеко. Я схожу. Надо будет еще с весом разобраться.
Подстава, конечно, подставная. А вокруг надо? Да, вокруг. Хух, чуть не упал. Хорошо. Кстати, с весом проблема у нас только у мага, если что, потому что у него цепочка. Владелец приобретает иммунитет к состояниям острого голода и нагруженности. Ты у нас просто как раз пере... Так, ты, может быть, у нас будешь... Да, ты у нас самый голодающий, и у тебя больше всего нагрузка. Так, свитки не... Свитки не... Бомбы на. У нас будешь таскать, просто по максимуму будет завязочка у тебя. Ключик. Ключик, надо пойти сейчас тех тварей выпустить. Хочу ли я? Наверное, да. То есть я понимаю, что если голод дойдет там все-таки до ноля, то начнет уходить здоровье. Но при этом у нас не будет дебафа. С этим порталом мы еще посмотрим, подожди. У нас не будет дебафа на не реген здоровья и всякое такое. Ладно, цепочка хорошая. Знаешь, куда можешь сходить? Туда пошел. Чувак, сдохни, пожалуйста. Спасибо. Я не туда свернул просто, пока я с ним... Сдался! Да? Погодите. Давайте отдохнем. Так, у тебя тут пустой мешок, а вот тут черепашатина куча. Давай, летай. Еще подождем. Тут есть такая штука, что если ты падаешь на моба... А он сюда не зайдет случайно? Не сработало, погоди. Тебя с двух сторон жарить будет сейчас. Хорошо. Так, на, тоже вылечись нафиг. Просто я не хочу сейчас к кристаллу туда-сюда бегать. Ай! Ну чё ты как этот как маленький? Есть хочу, пить хочу. Надо ему еды какую-то дать. Пожуй мясца! Ну или типа того. Фух. На самом деле неплохо получилось избавиться.
Но что мне это дает и зачем я здесь? А, я могу вот так сделать. Ага, и там у меня еще... Ай, я понял, будет островочек, куда я могу пройти. Опа, вот так. Будь не мимиком, будь человеком, пожалуйста. Рукавички. А, так он мне так еще и не дает знать, что он голоден. Ай, блин, это немножко проблема. Стальные рукавицы, тяжелые, если что. У меня тут рукавичек вообще нету. На, держи. Стальные... Полный, тяжелый. Хорошо. Ну и опять же, еще три фигакалки. Тоже приятно. А пройти отсюда никак нельзя. Ясно. Понятно. Хорошо. Тогда тут мы вроде закончили. Давайте еще немножечко пошаримся, потому что мне просто тупо интересно, что там дальше. Знаете, что? Я бы на самом деле сейчас вернулся бы и открыл вот тех уродов. Потому что мы, ну, мы слишком далеко уходим, мне кажется. Не туда. У нас же есть ключ. Давайте пойдемте его используем. У нас есть еще там какое-то местечко, куда... Опять же, этот портал, который мы пробежали, тут ничего не было. Тут на колонии, вот на вот этой вот, ничего? Точно. Ладно. Так, саранча и еще какое-то говно. Погодите, мне это может все окружить резко. Поехали. Где ключ-то, у кого был? Вон та штука мне резко не нравится, если чё. Давайте саранчу мы поубиваем, да. Потом предлагаю ступить кристаллу. Блин. Тут кольцо для того, чтобы по нему, по этому кольцу от этой штуки убегать. И потом, да, потом можно отступить к кристаллу и вылечиться. Неплохой крит был. Ух, кристалл как раз недалеко. Давайте так сейчас и сделаем. Я думаю, это разумно. Так, где еще три... вот тут где-то, да? Вот они. Хорошо, сюда и сюда. У нас появилось два выхода. За стеночкой опять же портал гудит. А тут... Ага. Как раз хотел сказать, а тут что, просто ничего тупо не было? Фиг было. Книжечка. Итак. Книга огня. Стойкость к огню плюс 20. Это интересно. Потому что, погоди. Огонь 20. Огонь 48. Огонь 0. Огонь 62, потому что я прокачал ему... Давайте Красюку отдадим, потому что ну, ему хоть как-то надо стойкость к огню подкинуть. Ну, а вдруг нас будут фаерболами тоже фигарить? Было бы обидно, наверное, да? На Красюке, да. Супер. А, у него, кстати, уже почти уровень подошел, смотрите. И еще один розовый кристальчик, который у нас... полностью восстанавливает заряды магического предмета. Да, я понял, для чего это и что это и как это.
Супер, сюда мы попали. А здесь у нас еще и отмычечка есть. Которых у нас опять 5. Супер, просто. Огонь. Видите, не зря сюда вернулись. Отличное местечко. Так. Это при том, что мы только один поворот сюда сделали. Там, если что, еще 3 поворота по пути было. Хорошо. У нас тут это нерешаемая загадка. Ну, на самом деле, надо было поломать голову, почему оно не работает так, как работает. Ну что, вроде как я все правильно положил, но к этому мы еще вернемся. Надо запомнить просто, что оно здесь. На каком это? На лексиконарий. Подвал древоногов. То есть тут архивы, это лексиконарий. Он, кстати, здоровый, лексиконарий, если что. Ребятушки, давайте тогда на этом моменте будем потихонечку заканчивать. Потом пойдем проверим портал, потом еще нужно будет пойти туда дальше посмотреть. Тут у нас еще 2 прохода. Проходов просто 100-500 миллионов. Выглядит все это чертовски интересно. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем оладушек. Всем покеда.